Сейчас к новостям спорта. В начале спортивных новостей расскажем о подкованности кунгурских железнодорожников. В минувшие выходные микрорайон вокзала стал центром спортивной жизни Кунгура. На стадионе «Локомотив» состоялись товарищеские матчи по футболу. Путейцы разыграли кубки первенства среди представителей железнодорожного узла станции Кунгур. Игры начались ранним утром. Исход матчей решился уже к трем дням. В упорной борьбе за победу среди 8 команд-участниц в финальном поединке за звание чемпиона встретились спортсмены дистанции электроснабжения, дистанции сигнализации, централизации и блокировки. В результате хорошо проработанных атак хитрее и профессиональнее оказалась команда ЭЧЕ-2 с результатом 1-0. Ребята вырвали победу и завоевали кубок чемпиона этого сезона.